Служба танкистов тяжелая, трудна. На ходу ведь машина всегда быть должна. Применять им усилий немало приходится, если вдруг танк, не дай бог, не заводится. Экипаж любого танка — это механизм, заставляет оживать стальной организм. Для них мир часто видится через триплекс. Танк остановился и зыркнул куда-то выстрел. От кого часто пахнет соляркой с мазутом? Для кого нет дорог, а только маршруты? Комбез у кого не всегда совсем чистый, за броней их не видно, ведь это танкисты. Мотором ревя проходят парад, в лесу для танкистов совсем нет преград. Если вдруг встретилась парням река, то преграда и это будет взята. Есть умельцы, кто стреляет с танка на ходу. Такие мастера в любую точку попадут. Командира слышен голос: заряжай. Наводчик повнимательнее, не зевай. Ну вот задача выполнена, люк откинут. Механик в шлемофоне показался из машины. Лицо чумазое и до ушей улыбка. Все вроде сделал правильно и не было ошибок. От кого часто пахнет соляркой с мазутом? Для кого нет дорог, а только маршруты? Комбез у кого не всегда совсем чистый, за броней их не видно, ведь это танкисты. Мотором ревя проходят парад, в лесу для танкистов совсем нет преград. Если вдруг встретилась парням река, то преграда и это будет взята. Экипаж машины боевой, друг с другом дружный. Как иначе, если гусеницу им поменять вдруг нужно? Помните ведь песенку из фильма про танкистов? Сколько наших танков подожгли фашистских? Величайшее в истории сражение танков, известная всем Курская дуга. Танкисты наши смяли там фашистские все фланги. Т-34 стал символом победы навсегда. От кого часто пахнет соляркой с мазутом? Для кого нет дорог, а только маршруты? Комбез у кого не всегда совсем чистый, за броней их не видно, ведь это танкисты. Мотором ревя проходят парад, в лесу для танкистов совсем нет преград. Если вдруг встретилась парням река, то преграда и это будет взята. От кого часто пахнет соляркой с мазутом? Для кого нет дорог, а только маршруты? Комбез у кого не всегда совсем чистый, за броней их не видно, ведь это танкисты. Мотором ревя проходят парад, в лесу для танкистов совсем нет преград. Если вдруг встретилась парням река, то преграда и это будет взята.